специально попросили в пекарне, где пекут мацот, специально попросили для нас выключить вот эту молотилку, потому что здесь мы находимся сейчас в святая святых. Как сказал мне хозяин этой пекарни, я тебя сейчас завожу в свой банк. Ты знаешь, в то место, где есть зерна, где есть молотилка, где есть мука, это как будто я тебя завел в хранилище своего банковское. И вот мы сейчас находимся в этом банковском хранилище, в Мафият Мацот, в мацопекарне, и мы решили вам рассказать о том, что начался период, несмотря на то, что сейчас Шват, еще скоро перед нами Пурим, и вроде бы до Песоха очень долго. Посмотрите на улицу, мы не сможем сейчас вам показать, но на улице песчаная буря, да, с дождем, и вроде бы холодно, и мы в середине зимы. Но несмотря на это, уже вовсю идет процесс выпечки мацы. Мы сейчас сюда зашли, в конце рабочего дня мы собираемся сделать здесь несколько съемок. Рабочего дня все работают, несколько тонн мацы уже испечены, все процессы начинаются. И сейчас месяц Шват, и сюда приводят, в эту мацопекарню приводят хабурось. Что такое хабурось? Хабурось – это когда люди хотят сами посмотреть, как будет выпекаться их маца. И я хочу сюда привести хабур нашего колля и нашей ишивы. И вот мы сейчас проверяем, смотрим, что здесь и как здесь будет. И мы нас сейчас завели в то место, где молят муку. И вот здесь есть, рыбари, покажите. Здесь есть, вы видите, пшеница. И она поступает, вот мы как в начале показали, поступает сюда, здесь перемалывается, и вот там, рыбари, покажите, там, она превращается в муку, да, превращается в муку. Но очень интересно, рыбари, вы успеете за мной? Разворачивайтесь. Очень интересно, на самом деле, какая это пшеница. Посмотрите, здесь вот есть эти мешки, однотонные мешки, посмотрите, какая пшеница, да. Вот у меня в руке, вы думаете, это просто пшеница? Она сжата до дождя. Дело в том, что есть мнение некоторых поиским, именно Рашба, один из самых основных поиским в Галахе, что если на пшеницу попала вода перед тем, как ее сжали, это делает ее непригодной. Маца уже не называется шмура, сохраненная. Уже есть опасение, что эта влага может захамцевать, то есть заквасить мацу в процессе выпечки. И поэтому нужно успеть сжать пшеницу именно до того момента, когда пройдут по ней дожди. Поэтому летние дожди на пшеницу – это проблема. И в прошлом году летом действительно был дождь, и хозяин нашей мацопекарни единственный, кто успел сжать эту пшеницу до дождя. Поэтому эта маца, эта пшеница, она особенная, и он будет выпекать из нее мацу. Я спросил, могу ли я своими руками вернуть это обратно, чтобы не потерять эту пшеницу. И хозяин мне говорит, что можно. Ну, в общем, смотрите наш блог, наше продолжение. Мы будем говорить дальше, продолжать про тфилин, про мацот и про другие заповеди. Счастливо!